Доброе утро. Каждые выходные я стараюсь куда-то выезжать. Сегодня это Болонья. И покажу, как ехала и что там интересного. Сначала мы километр идем до остановки. Сейчас это вниз, но не всегда так. Зато наслаждаемся краевидом. Так, мы дошли до остановки, чтобы купить билет. Тут есть QR-код. Вот здесь. Переходишь на сайт. Из твоей карты на телефоны снимают деньги. Билет электронный. Погнали. Сначала едем в Лапчонку. А дальше на поезде в Болонью. Вот они, домики, которые я вижу из окна. Мы в городе Вояна. А вот она, станция. Сейчас мы купим билет на поезд. Поедем до Болоньи. Для того, чтобы купить билет, нужно подойти к такому аппарату. Разные функции выбираешь. Куда? Можно расплатиться наличкой, картой. После того, как мы купим билет, надо его откомпенсировать. Вот здесь. Билет на взрослого стоит 7,55, детский 3,80. Теперь мы будем компенсировать билет. Как это делается? Оп! Все, теперь мы погнали в переход. На станции. А теперь мы видим, где будет останавливаться наш поезд. Вот так выглядит станция Вояна с перрона. На эту колею должен прибыть наш поезд. Ждем. Так, и вот мы приехали в Болонью. Пока все очень странно. По приезду мы включаем навигатор и идем вперед. Сейчас будем что? А вон впереди что-то красивое. О, тоже поприятней. Город, город, город. Милан, стой. Там уже что-то есть. По дороге нам попалась красивая локация. Это, наверное, парк. Сейчас посмотрим, что тут интересного. Очень красиво, но очередь сфотографироваться. Класс. Поднимаемся. Вау! Шикарный вид! Как это красиво! Как будто они из стены вылазят. О боже! Очень красиво. Да. Тут пошли магазины. Очень популярные кафешки на улице. Идем дальше. Спасибо, Зара, посмотрите. Мы попали в парк. Перед тем, как запустить фонтан, его чистят. Сейчас будем смотреть, что тут есть. Змеи, как актуально.
Змеи. А там черепашки в фонтане. Мы попали на какой-то рыночек. Очки по 10 евро. Платье. Ой, гляньте, что я увидела. Stop war. Это площадь Нептуна. Сейчас покажу вам этого Нептуна. Сейчас мы ее обойдем. Тут очень красиво, везде флаги висят. Кстати, за мир. Как это красиво, типа такой улочки. Очень. Я уже в горах одичала, для меня столпотворение немножко страшно. Пандора. Чао. И что, привет. Зашла в Анчем, да? Набрала себе вот такой цветовой гаммы. Я не могу пройти мимо него. Сейчас буду мерить. Со мной мой хвостик, как всегда. Кстати, зеркала удобные, спереди и сзади ты себя видишь. Ну, шорты должны быть такие великоваты. Так, теперь мы дошли на площадь. А что это за площадь? Кого? Маджора. Площадь Маджора. У нас Юля больше. Больше как гид, потому что я только хожу, смотрю. Не знаю где, куда. Везде красиво. Очень. Вышли с улицы с магазинами. Я уже с пакетом. Погнали дальше. Смотрите, какая красота. Фигурки. Правда, я цену не вижу. Наверное, надо зайти и спросить. Я вам скажу, не очень прилично эта женщина сюда. Дети развлекаются, смотрите, прямо на площади пузыри какие мыльные дуют, огромные. Сейчас сниму поближе. Дети счастливы. Ездят такие камуфляжные машины, не знаю, почему они здесь. Что они делают, но это невероятно. Смотрите, мы находимся возле собора Петруния в Болонье. Ездит такой паровозик экскурсионный. Можно купить билеты. Дети до 6 лет 3 евро, от 6 6 евро, взрослые 12 евро. Там сидит девушка, которая продает билеты. Он везет по площади, по всем местам.
мы едем в автобусе по Болонье, хотим приехать в торговый центр. И вот здесь у них аплодирования нет. Вы тут заметили, что не объявляют остановки, что очень неудобно. Поэтому смотрим по навигатору, туда едем или нет. Потом мы выяснили, что на остановках сбоку пишут как название остановки. Мы, кстати, проехали зайцами, потому что мы не знали, как купить билет. Обычно на остановках есть QR-код, но здесь не было. Поэтому пришлось зайцами. Вот и ответ. Высовываешь 2 евро, и тебе вот такой билетик высовывают. Вот и все. Еще тут есть, можно карты оплатить, но мы не разобрались пока как. Только что вы посмотрели видео, на котором мы покупаем билеты и компенсируем их. Я специально показала, как это делается, чтобы вы не повторяли наших ошибок. На протяжении месяца мы с друзьями покупаем билеты и ничего с ними не делаем. Но буквально на днях мы узнали, что за это может прийти штраф. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и не повторяйте наших ошибок. Мы гуляли по улице, где расположено очень много известных магазинов. Я очень люблю H&M, поэтому ему я уделила особое внимание. Магазин состоит из 3 этажей. Но, к сожалению, там не оказалось детского отдела. Я, конечно, себе там прикупила. Я пыталась, друзья, правда, пыталась что-то заснять, чтобы вам показать. Там очень уютно и красиво. Но охранник меня заметил и ходил за мной по пятам. Поэтому извините, как-нибудь в следующий раз. Наша поездка оказалась немного спонтанной, потому что мы планировали другое совсем место. К сожалению, обстоятельства сложились так, что у нас не получилось туда попасть. И мы выбрали именно этот город, Болонья. Он очень красивый, исторический, но мы туда ехали с целью погулять и пошопиться. Поэтому не обижайтесь, если я не рассказываю о каких-то памятных местах, потому что я просто о них ничего не знаю. Я не успела изучить никакую информацию, но я надеюсь, у нас еще будет возможность там побывать, и я смогу вам подробнее обо всем рассказать. После того, как мы добрались до торгового центра, все, связь со мной прерывается, так как у меня разрядился телефон, а на днях я разбила свой пауэрбанк. Но дальше было много интересного. Ладно, то магазин такое, мы скупились, потратили энную сумму денег. Наконец-то мы разобрались, как купить билеты в автобусе. Мы это сделали и проехали по закону. Дальше. Мы приехали на поезде в наш город Ваяна. С этого города должен был быть автобус к нам в горы, но, к сожалению, мы на него опоздали, поэтому решили пойдем пешком. Чё тут 4 километра всего лишь в пути расплюнуть? Когда мы прошли 2,5 километра с сумками, с детьми наверх, нам очень повезло. Оказались мы очень даже фартовы. И женщина, которая ехала нам навстречу, итальянка, предложила свою помощь. Когда она довезла нас домой, «Грация милле», говорили мы. Мы были очень счастливы, довольны, но, к сожалению, чуть-чуть уставшие. Но наше настроение это не испортило. Если вам понравилось, если вам интересно то, что я рассказываю, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Arrivederci, друзья!